А скажите, как вот у вас есть семья, у вас есть дети и так далее. Вот ваш тип женщины, да, это что для мужчины предпочтительнее? Женщина-мать, женщина-хозяйка или женщина-любовница, женщина-подруга, женщина, ну, как бы... Вот... Я думаю, что это... идеальный вариант. По типажу все вместе не бывает. Нет, бывает. Я думаю, что бывает. Ну, просто надо это подождать, и придет и твой типаж. Мой типаж пришел. Ваша жена работает? Сейчас нет. Она, у меня второму ребенку еще нет, даже 3 лет, поэтому она в декрете. У нас разбег с детками. И вы не хотите, детками. Чтобы она выходила на работу? Она работала, она достаточно успешно была на своей работе. Ну, потом, когда забеременела. Первый у нас получается, одному мальчику 6 лет, а второму 3 года. Ну, еще нету. Если бы вам вот дали задание написать сочинение Академии Размукови там буквально там на 3-4 фразы, вы бы что о себе прежде всего рассказали? Что это за человек? Не знаю. Я думаю, что пока еще Дима Размуков не заслужил, чтобы о нем писали сочинение. Ну, теоретически. Не знаю. Ну, писать о себе всегда тяжело. Знаете, это как я провел лето, это не всегда сочинение. Хорошо. Тогда по-другому я задаюсь, с другой двери. Вас спрашивает ребенок 5-летний, который живет где-то там, я не знаю, там в Амстердаме или в Париже. Здравствуйте, вы кто? Вы ему что ответите? Не знаю. Наверное, в первую очередь я человек. Я хочу оставаться человеком. Ответить «я глава Верховной Рады» будет глупо. Конечно. Я человек. Который живет в своей стране и хочет, чтобы его страна развивалась. Может, это и звучит пафосно, но это правда. Я хочу, чтобы в этой стране... У меня есть семья, у меня есть дети. Я хочу, чтобы у них было будущее именно здесь, не там, где живет 5-летний мальчик из Амстердама, а в Украине. Но это не сочинение. Это, наверное, то, к чему я стремлюсь, то, что я делаю. Пока, я еще раз повторюсь, пока... А вы не будете рассказать, что у вас пока не получилось? Ну, мне кажется, моя жизнь не закончена, еще надо пройти пока, путь. Я же сказала, пока не получилось. А пока еще много чего не получилось. Пока еще много каких вещей не получилось реализовать. Не получилось, потому что, возможно, не пришло время или, возможно, нужно сделать для этого те или иные шаги.